Акция создана в рамках президентской программы «Особое внимание» и в детском городке прошла впервые. Ну и, конечно, сразу привлекла большой интерес многодетных семей, для которых это не только возможность сэкономить, но и повод устроить для всех один большой праздник. Руководством парка, соответственно, было принято решение каждую последнюю пятницу месяца проводить вот такое мероприятие, которое начинается там с 11 утра у нас до 18.00. Это бесплатное катание, соответственно, детишек на аттракционах, ну и простая анимационная программа. Во всех трех парках Видного с пятницы по воскресенье желающих ждут детские развлекательные программы. А в центральном парке на этот раз в гости к ребятам пришел веселый Петрушка. Мы рисовали мелками на асфальте. Нарисовали вместе большое солнце, каждый выбирал себе квадрат, рисовали домашних животных. Кто рисовал автомобили, хомячков, кошечек, ребята получали за это конфеты. А после программы все ребята отправились на аттракционы. В рамках акции билеты на аттракционы можно было получить как заранее в общественной организации многодетных семей Ленинского района, так и непосредственно в день проведения акции у представителя общественной организации. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что нам нужно сделать, чтобы получить билеты? Нужно предъявить удостоверение многодетной семьи. Пожалуйста. Угу. Скажите, какое количество билетов выдается на одного ребенка? На одного ребенка около 4-5 билетов. Антон Рыскалев растет в большой семье. Мальчик рассказал, что узнав об акции, они все вместе, не раздумывая, отправились в парк. Ведь возможность всей семьей вдоволь накататься на аттракционах и принять участие в игровых программах – ни с чем не сравнимое удовольствие. В моей семье есть брат Сережа, сестра Афина и я. Я каталась на этих, ромашках, еще и на ракушках катался, и на кольцеобразовании. И, возможно, теперь в многодетных семьях Ленинского района станет приятной традицией каждую последнюю пятницу месяца посещать центральный парк города, где ребят ожидают яркие эмоции и, конечно, новые друзья. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.